поле танки крохотали. Солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого командира несли с пробитой головой. По танку ударила болванка, прощай, родимый экипаж, четыре трупа возле танка напомнят утренний пейзаж. Четыре трупа возле танка напомнят утренний пейзаж. Машина пламенем объята, вот-вот рванет боекомплект, а жить так хочется, ребята, а вылезать уж мочи нет, а жить так хочется, ребята, а вылезать уж мочи нет. Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас и залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас и залпы башенных орудий. Последний путь проводят нас. Полетят у телеграммы родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить, что сын вас больше не вернется и не приедет погостить. В углу заплачет мать-старушка, смахнет слезу старик-отец, а молодая не узнает, в каком краю погибает, а молодая не узнает, в каком краю погибает. Будет карточка пылиться, а полки пожелтевших книг в военной форме при погонах. Ей он больше не жених, в военной форме при погонах. Ей он больше не жених.